Предприниматели, работающие по патентам, смогут получить дополнительные льготы. Такой законопроект готовят в Саратовской областной думе. Для 49 патентных видов деятельности налоговая ставка будет снижена. Правда, воспользоваться льготой не смогут те предприниматели, годовой доход которых превышает 1 миллион рублей. Кроме того, недавно принятый федеральный закон дал возможность региональным парламентариям расширить список тех, кто работает по патентам. Дополнительно в список включат 16 видов деятельности. Закон, который также, значит, предусматривает расширение, значит, попадающих под нулевую ставку. Это прежде всего касается, кто занимается бытовыми услугами, пошив одежды, косметические услуги, парикмахерские и прочее. Поэтому мы тоже внесли в свой закон соответствующие изменения.